Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа. А это Hollow Knight, или же Полный Рыцарь, как многие из вас его знают. И мы приехали в новую локацию. Точно. По вашим советам и подсказкам я приехал в новую локацию. Сам бы я, наверное, очень долго все это искал. Вы не подумайте, что я такой типа, эй, блин, а как вообще играть? Куда идти? Чё нажимать? Помогите, подскажите. Нет, просто как бы дело в том, что я это буду делать долго. Как бы искусственно удлинять себе игру не хочется. То есть хочется, чтобы ты не смотрела, как я по одним и тем же локациям бегаю по 10 раз, понимаешь? Край королевства. Вот поэтому иногда так, поэтому так часто прошу вот это, говорю, подскажите, помогите, куда идти, что делать. Ой, запаниковал. Зачем это? Место. Так, я понял. Мушки не дадут спокойно пройти. Ой, гео поулетали все. Так, и куда я пришел вообще? Хм. Вот это... Ой, я ж могу теперь вот так делать. Ай, блядь. Вот так вот. Ля-ля-ля, и мне вообще пофигу. Кайфы. Экс. А где я вообще? Куда я попал? Я понимаю, что это как бы край королевства, да? О! Челиномедовое что-то. Ля. Покемончик, ты пипец залез, фиг пойми куда. Точнее, пельмешка. Подожди, а как? Ну как на ту сторону попасть? А вы опять тут? Она появлялись. Мухи сраные. Точнее, пчелки. Спасибо. Что бы я без вас сделал? Угу. Да, ребята, кстати, я... Где я? Я понимаю, что вы много пишете подсказок, что вон там я пропустил то-то.
Здесь пропустил вот это. Ну я как уже говорил, я ж... я ж не могу все прям собирать на своем пути. Я чисто физически не могу это делать. Вот поэтому да, что-то пропускаю, что-то упускаю. Если буду в тех же местах, если опять же не забуду, то буду заходить собирать. А так, ну не знаю, у меня нет какой-то цели, знаешь, пройти игру на 100%. Нет, для меня это вот первое ощущение прохождения игры, что она вообще из себя представляет, как интересно и все тому подобное. Я просто знаю, что многие, которые смотрят видосики по Hollow Knight, уже игру проходили и очень много насчет игры знают. Но я-то ничего из этого не знаю. Понимаешь? Поэтому мне просто интересно проходить. О, картограф. А, стоп, что? Где у нас лавочка? Есть поблизости? Нету. Тут уже, как говорится, погодите, это реально? Я еще, кажется, где-то вот здесь проход открыл, да? Или не здесь? Что-то я не пойму, не подожди, что я, блядь, запутался еще. А ты что тут сидишь? Я могу, может, на арену подняться сейчас? Не могу. Но могу, может, там. Нет, там тоже не смогу. Но могу пойти вот туда, вдаль. А зачем, правда? О! А вот здесь-то я и не мог пройти раньше. А сейчас могу, получается. Но здесь я как будто бы был уже. Там просто как будто бы локация другая. Ой! Ой. Какой я молодец. Лавочка? Дневничок. Так, лавочка. Я оказался вот здесь. Был вот тут.
И вон там. И вот здесь. В той стороне я не был почему-то. Почему непонятно, правда. Так, где мне еще куда надо? Но мне кажется, надо теперь вот сюда, вот в жижу эту идти. Вот к этой. К этому боссу. К этому, потому что непонятно, как пойти попасть вообще. Хотя вот здесь наверх можно. Короче, надо... Это, кстати, мы где? Исследовать все, что еще не исследовалось. Почему я здесь не был? Ой, здравствуйте. Подожди! Значит, ты хочешь знать всю правду. Слабым не совладать с ней. Чё? ПВП? Докажи, что на тебя плечу. Я не отступлю. Моя игла разит на повал. И я не питаю жалости к слабакам. Убеди меня, что можешь принять прошлое королевство и в силах связать на себя время будущего. Да сама ты иди-то нахуй. Ай. Она вообще не выглядит сложно, если честно. Ай. Вот это уже. Это уже прикольно. А зачем я башкой в шип ударился сейчас? Какова была моя цель? Ну, лавочка близко, так что как-то пофигу. Довольно легкая, на самом деле. Опять же, если не учитывать эти шипы. Если бы их не было, это вообще, ну, ничем не отличается от того, что было. Ай. Ай. Ну вот, как будто вроде бы и все. Чё, поговорить? Невероятная сила, ну такое.
Ты сдюжишь, если хватит воли. Но сможешь ли вновь поднять гвоздь, зная на его прискорбном происхождении, зная, что ты такое? Тогда иди, призрак Холлоунеста, только вперед. Выжги отметку на своем панцире и провозгласи себя королем. Чё? Ладно. Сброшенный панцирь. Так. Тавра короля. Холлоунест признает нового правителя. Ворота королевства открываются перед вами. Что, бежать надо? Понял. Очень трясется геймпад в руках. Ля, спасибо. Спасла меня неожиданно. Где я? Спасибо, леди, кто бы ты ни была. Так, у меня теперь есть какой-то ключ, чтобы открыть что-то. А какие ворота? О чем речь, кстати? Какие ворота, блядь? Что там? Так, ну знаешь, что? Что? Куда мы можем с тобой сходить сейчас? Получается, от города слез вот сюда куда-то. Даже от вокзала короля. А я прям пешком до туда, походу, могу дойти. Не, подожди, это будет долго и тяжело. Это будет долговато. Но, что делать, пойдем. Не то чтобы у нас есть какие-то варианты. Ай. Ой, да ладно, вот это вот отбрасывание, блядь, на 10 тысяч миллиардов шагов назад, это так калит. Да иди ты нахуй, муха! Еб... Ебучая муха, говна, блядь. Тут отбрасывание на 10 тысяч, блядь, шагов назад из-за шипов. Я не знаю, кто это придумал, но иди нахуй. Это так. Так сказать, со всем уважением к разработчику. Но придумал эту херню еблан, если честно. Так далеко отбрасывать. Так, бом-бом-бом. Бом-бом-бом, ну да. А иди ты тоже нахуй. Да блять! Я ж не знал, что ее нельзя бить, оказывается. Не знал. Почему нет телепорта к вокзалу, а? Ну вот у меня нет какой-нибудь штуки, чтобы телепортироваться просто, бля, к вокзалу. Надо бежать через всю эту залупляндию сраную.
А где? А где мой призрак? Пиздец, блядь. Я уж думал, баг какой-то. Так, здесь нам надо наверх. Просто к лавочке сходить для начала бы. А чё, дверь, открывайся. Нет. Не откроется. Понял. Не, ну понял. Дурак бы не понял, а я понял. Так, и вот отсюда, смотри, куда я хочу. А, подожди. Да-да-да, вот отсюда вон наверх. Видишь, вон там в середине мы можем как-то наверх пролезть. За котлованом. Вот туда мы сейчас и пойдем с тобой. Да иди нахуй. О, да, дальше нам надо. Так что погнали. Давай тоже нахер иди. Так, тут, вот тут, сюда. Сюда и вот, наверх. Богатые ребята. И вот здесь. Вот тут. Вот, сюда я не мог пролезть наверх, потому что у меня не было дабл-джампа. Теперь получается могу. Да, блядь, вы чё? Надо не забывать, что монетки это не собираю нифига. О, лавочка. Здравствуйте, спасибо. А где я сейчас? Ага. Понял. Дай. Пожалуйста, нахуй иди. Ты то... А! Наебалово! Козёл жирный. Без негатива. Ах ты! Козёл. Понял, лифт сломан. Крепыш тоже какой, а? Импотяжка. Так.
запарил. Ты чё? Так, а можно вот так вот сделать? Раздражайте меня. А что ты тут охраняешь? Лифт, да, какой-то? Ладно. А тут у нас что? Ага, а это откуда вообще? Ага. Понятно. Непонятно, но понятно. Тут наверх. А тут у нас что? И тут наверх. Ну ладно. Так, тут лифт наверх. Пельмешкинс! Не, это босса комната, подожди. Сначала за Пельмешкинсом тогда идем. Я, блядь, Пельмешкинса отдай. Ай, блядь. Пельмешкинс, давай это, ага. Так, ну теперь все. Вот теперь пойдем к боссу. А это прям уже, да это не он. А что тут за хасл такой? Ух ты, блядь. Ой, блядь. Да, пон. Блядь. Пиздец мне. Ну пиздец мне. Забодали, блин, эти жучки-паучки. Ну что, сейчас пойдем еще раз к ним. Как там к ним попасть? Ну ты-то куда, блядь? Ну зачем? Так, сюда, да? Ай, блядь.
Да, блядь. Да, блядь. Чуть-чуть, сука, не добил. Ладно. Ладно, это было близко, очень близко. В принципе, все. Ты мне, по сути, дядька, и не нужен, представляешь? Вот такой вот я человек. Мне нужно было настукать об тебя дух. Я думаю, сейчас смогу. Сейчас смогу, думаю. Сейчас, наверное, на серьезничек сосредоточусь жестко. Ой. Ой, да куда ж я нажал? Сука. Блять, козел, сука. А это последние два. Легко. И на самом деле, да, нифига сложного. Когда приноровился, то не сложно. А чё, подожди, с них мне ничего не далось, не выпало, нет? Ну это как-то вообще, блин, не серьезно. А, нет, вот что-то вот какой-то ништяк нам все-таки дадут. О-о-о-о. Приятно, приятно, ладно, ладно. Так сказать, ебальник завалил. А тут нас что ждет? Пиздюля, да?
Нет, но мы близки к этому. Я отсюда пришел? Да? Да. Просто так, серьезно, и ничего даже нету. Тут тоже. О! Ага. Вечный сон зовет меня, и это будут мои последние слова. Хоть мой взор не будет более следить за этим городом, я буду вечно защищать его. Ради короля, ради жучьего родя, ради Хэллоунеста я отдаюсь своим грезам. Ну ок. Ну блядь. Ну блядь. Очень долгий лифт. Я чувствую, я сейчас сдохну на боссе, и мы в следующей серии его зафигачим. Но это не точно. Я вдруг, я сейчас как жесткий такой, скилловый такой. Та-та-та. Ага, без одного хп, кстати. А изначально было сколько вообще? 4-5 хп? Я не помню уже. Сейчас 7. Уже приятно. Можно пожить-пожить с этим. Ага, понял. Летают жуки. И все? Может как-то перенастроить его? Ну ладно. Здравствуйте. Ой. Здрасте. Это я уже двух из трех, да, собрал? Как импат фигурирует такой. Вот так вот. Ага, ага. Понял. 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 А как-то экстренно я не могу покинуть это место, кстати. Там резко выйти, например. Ничего интересного. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Могу вот так вот сделать. Хотел еще и унажать штуку, чтобы вниз полететь. Но у меня ее нету. Так, ну все, теперь вниз обратно спуститься надо как-то. Как-то, как-то... Хотелось бы, да. Прикинь, даже у жуков есть иерархия. Ну, то есть там есть королевские всякие жуки, жуки-дворяне и все такое. Она придумывает хуйнёв своих. Так, ну нам куда? Нам пониже спуститься, во-первых, да. Иди нахуй. И думаю, на этой лавочке остановимся. Слушай, я, скажи мне, напиши в комментариях, я правильно понимаю, что нам осталось одного вот этого челика собрать, одну маску,
которая в зеленой жажабе, в локации зеленого биома, и потом идти к финальному боссу. Я так понимаю, там финальный босс какой-то. Все правильно я понял? Или я что-то упускаю? Вот, пожалуйста, напиши, буду тебе очень благодарен. Я сейчас сделаю вот так. Здесь мы с тобой... Я там ничего не пропустил? Нет? Вот, вот к этой. Там надо вниз как-то будет спуститься, я так понимаю. Но это уже в следующей серии. Пока ты подписывайся на канал, жмяка на колокольчик, ставь лайк и оставляй комментарии. Всех обнял, приподнял, покружил, на место поставил, ребятушки. Всем пока!